Мы вышли на маршрут к источнику Эйнхани. Идем пока по террасам. Гуга, видишь это все? Террасы, видишь, Гуга, вот эти камни, Гуга, это уложена терраса, чтобы были такие этажи, по которым можно, на которых можно было что-то сажать. Здесь было сельское хозяйство явно развитое. Вот здесь, значит, такой остатки этого домика Шумра для охраны сельскохозяйственных угодий. И идем дальше по этому маршруту. Сейчас уже 22 сентября и уже прохладно. Уже не так жарко, как было в прошлые разы. Но мы надеемся все-таки искупаться в источнике, если он будет в рабочем состоянии. Вот здесь какая навалена. Наверное, разрушилась стена, так, раз такая куча. Извиняюсь. Так, значит, на горизонте мы видим забор. Забор. И за ним, там, наверное, валяджа. Честно говоря, я не ходил никогда этим маршрутом. Видишь, здесь все время вот перегорожены эти, это вади, чтобы, наверное, не смывало все. Что перегорожено? Где? Ну, видишь, вот, видишь, вот специально построили стену, чтобы, ну, чтобы тоже этажами шла долина. Что вот здесь была такая плоскость, на которую скапливается вода, здесь полив, потом следующий этаж и так далее. Везде, я думал, ты про эту железяку. Везде вот такие этажи, чтобы было заниматься сельским хозяйством. Я думал, ты про вот эту ржавую железяку сказал, что она что-то там воду там отталкивает. Нет, железяки тут ни при чем. Я уже увидел. Вот, мы стараемся спуститься вниз. И идем по маршруту, но не тому, как мы обычно ходим в этом районе. Гуга, смотри, это российский флаг или что это, Гуга? Отсюда Россия, для Донбасса. Это шутка. О, вот здесь еще такое место для пикников, типа. И спуск вниз. Идем, идем в поход. Идем в поход. Красивый маршрут, Гуга? Да, да, вот это обязательно джамляный. А так прикольно, да, очень красиво. Вроде это маршрут, а не вниз. Ну, пойдем, значит, вот здесь вот, высотным маршрутом. Вот здесь такая развилка была непонятная. Ну вот, маршрут здесь, я насколько понимаю. Классная панорама. Ты, может, со школы здесь и был, Гуга? Замечательные деревья. Просто красота, как будто, знаешь, у тебя же есть этот обои на Windows. Ну да. Вот как будто ты знаешь, вот особенно вот эти деревья, они как будто, знаешь, обои из Windows. Как будто у тебя на рабочий стол обои стоят, вот такие красивые. Как будто не настоящие деревья, такие красивые. Обалдеть. Пошли дальше. Так, отсюда уже виден лаван внизу. Вот сюда вниз. Вот здесь находится гробница какая-то, видишь, Гуга? Это вот видно вырублены в скалах. Вот гробница, Гуга. Древняя. Вот еще один вход. Вот так вот. Скорее всего, это гробницы. Они должны быть здесь на карте обозначены, кстати. Так, в маленьком бассейне нифига нету воды. Ну, раньше здесь был такой лягушатник, но он сейчас высох. Идем посмотрим, что там творится, Гуга. Инлаван, он полный. Идем дальше. Здесь такой тенистый спуск.
Идем вниз к железной дороге. Вот здесь растет смоква. Фиги. И мы идем дальше. Нет, я сказал, что поезд внизу, Губа. Что я скажу, что я внизу? Внизу ничего такого нет, кроме поезда, Губа. Но мы... У нас планы другие, Губа. У нас план перейти железную дорогу. У нас план перейти железную дорогу и пойти к источнику одному там. Вот здесь переход через дорогу. Вот даже здесь полив искусственный. С ума сойти. Что это такое здесь? За фонтанчик. И здесь у нас есть железная дорога и под ней проход. Вот здесь переход есть. Вот переход Эйн-Хания. И здесь Лаван, а здесь Хания Спринг. Мы перешли железную дорогу. Вон там сверху Валяджа, огороженная забором. А мы идем в сторону источника Эльхания. Нет, просто Эльхания и здесь железная дорога, которую мы только что перешли. Мы уже достаточно близко. Вон, видишь, флаги висят. Вот это вот. Вот это место. Оно туда платный вход вообще даже. Оно на вот таком узеньком шоссе стоит. Это место. Оливковые деревья здесь растут. Кстати говоря, мы сейчас находимся на дне, то, что называется Нахаль-Рефаим. То есть долина Рефаимов. Вот этот ручей, долина Рефаимов, который здесь протекает в дождливое время. Вот, мы прям по дну этого ручья сейчас вот идем. То есть не идем, а кто-то сидит, но вот так вот. И написано, что нельзя ходить во время наводнения здесь. И вот мы прямо от нее поднялись. И Эйн-Хания. Пожалуйста. Вот здесь растут какие-то очень странные ягодки. Такие, которые сыпятся так. Я не рискую их пробовать. Не знаю, что такое. Очень мелкие такие. Не знаю. Ну, здесь они оборудовали всякие здания, которые раньше были заброшены совсем. Они их немножко привели в порядок, видимо. Это, наверное, остатки этой... Остатки каких-то строений. Вот. Вот здесь они сделали офис в этом здании. Билетный. Гуга. Вперед. Вот я уже даже не помню, где у нас этот источник, но, видимо, где-то здесь. Здесь кто-то, похоже, пытается выращивать что-то типа огородов. Что? Я на себя смахнулся. Вот, это, похоже, мы уже приближаемся к Эйн-Хане. Вот. А вот это что это? Хацав, что ли, этот известный? Да. Что это за известный? Нарциссы. Какие нарциссы, Гуга? Вот, вот это вот как вот. Античный памятник. Вон там может быть бассейн. Вот тебе, пожалуйста. А ты взял полотенце или нет? Полотенце я не брал, Гуга. А, говорю, я его не говорил. Ну, ты мне ничего не говорил. Классно, ну, я помню, когда здесь не было никаких этих ограждений еще там, просто был дикий такой бассейн, и все было хорошо, как бы тоже. Сейчас не знаю. Кошмар, Мацлема там. Вот такой здесь источник. Открытый бассейн. Ну, раньше он был бесплатный, и никакого здесь такого учреждения не было.
Как вода? Нормально. О, классно, даже очень классный пол. Хороший. Ну, почистили, наверное. Видишь, это вода проточная. Видишь, смотри, Гуга. Вот туда она втекает, Гуга. Видишь, Гуга, вот здесь она из этого источника она сюда течет, а с другой стороны вытекает. Так что это проточная вода здесь хорошая. Я скажу когда? А я уже снимаю. Ладно, все. Что-то, кажется, FPS какой-то низкий. Только не приближать. Ладно. Не буду сам приближаться. Я чуть-чуть приближу. Что? Чуть-чуть приближу. Не надо делать, зачем? Ладно. Здесь уже. Как у вас говорила учительница по литературе, должна быть природа, как бы человек был вписан в природу. Человек портит природу. Все? На картине. Все? На картине. Я понял, все, ты больше не будешь. Все. Ладно, ребят, всем пока. Все, мы искупались в этом источнике, и вот здесь этот источник, вот как выглядит сам античное строение. Из него течет вода и течет в этот бассейн. А здесь еще есть. Так, здесь написано, что здесь туннель большой, длинный есть. Темный туннель 10 метров. Интересно. Интересно. Это вот это значит, наверное, да, туннель? Или где? Ого, а где, который из них? Сейчас посмотрим. Вот один туннель. Вот второй. Нет, это не похоже на туннель. Вот еще какой-то туннель. Опа, она не похожа на пещеру больше. И там еще один бассейн, оказывается. Я вот в прошлые разы не видел ничего такого. Этого. Я думал, только вот это и есть, и все. О! Вот это туннель! У-у-у. Вот это да! Вот сюда, значит, нужно идти. Сейчас мы выйдем туда. А, вот он где выходит здесь. И вот здесь вот еще один бассейн. Птички, да, Гуга? Вот мы переносимся в соседний бассейн. Ну что, Гуга, входим в туннель? Рюкзак с собой? Рюкзак вообще-то лучше здесь оставить, Гуга. Украду ничего, думаешь? Ну... Кроссовки дорогие. Оставь здесь, Гуга. Ну это недалеко, Гуга, ходить-то. Вот, смотри, спускайся здесь. Ай. Телефон возьми с собой, чтобы светить. Я получу, чтобы светить. Телефон возьми и включи фонарь. Слышь меня, Гуга? Сакана!
Фонарик включи, Гугл. Я боюсь здесь ходить, но здесь не нужен фонарик. Нужен, там же не видно ни черта. Там есть свет. Да? Ну а как я буду снимать? Ой, может, что, фонарик? Ну давай, проходи. Сейчас, проходи. Ну я тоже сюда пойду. Ну как там, светишь, Гуга? Ну-ка. Опа. Ну как, Гуга? Капец, все. Опа. Посвети мне фонарем, Гуга. Ну, вот такой здесь вот спуск. Опа, и вперед, вперед, вперед. Оказывается, здесь не так темно совсем. Уже очень короткий туннель. Хотя он сужается. Ай! Ёпарасете, он... Я не пролезаю. Да, не пролезаешь? А здесь было достаточно узко. Я не стал снимать, потому что... Я думал, круче будет. Ну, все равно, что-то есть здесь. Ну, прошли мы это препятствие. О, бассейн здесь классный, еще один. Тоже какая-то арка. Здесь течет вода. И впадает вот в этот бассейн. Такой вот здесь туннель. Всем привет. Там какая-то пещера, смотри. Ну, сходи, посмотри. Мы уже удаляемся, вот Энлаван под нами. И там дальше где-то Эйнхания за железной дорогой. Идем вперед. Вот открывается панорама на эту долину Рефаимов здесь. Вот эта деревня Валеджа, окруженная большим таким забором. Другие какие-то, наверное, районы там. Вперед, вперед, беги! Вперед иди! Вот там видно вот домик один, это. Ой, домик! Все, Гуга, давай. Вперед иди, Гуга. Домик один, билетная касса, и второй домик — это туалет. Пошли. Да. Ну, давай вперед, беги вперед, вперед. Какой-то бормаем, типа заброшенный колодец. На. Что там? Ну, там сухо, наверное. Опа. Ой, застрял я. Все, уходим. Вот здесь перекресток такой, где мы в прошлый раз пошли. Вон туда вот. Вот этот бормайм, я его не заметил в прошлый раз. Вперед, Гуга! Наверх, все, выходим, Гуга. В город. Подарок. Это миква, по-моему. А, да? Когда-то было. Да, вот тоже видишь, это сюда заходишь, это типа бассейна такого. Даже было. Не заметил. Видишь, здесь лесенка такие, двери это, из пластыря. И там, наверное... Короче, вот здесь вот такое вот сооружение древнее. Это миква, по-моему. И здесь какое-то даже сиденье, что ли, не сделали. Да, вот здесь дырка вот. Всякие вот эти вот приспособления. Ой, даже три таких приспособления. Интересно. Надо будет почитать, что это такое.